Thank you.
Я уверен, что... Не мешай мне! Что тебе нужно? Что ты тут делаешь? Мы открываем храм Мора. А ты? Почему у тебя нет лопаты, и ты не копаешь? Эй, Лестер, как тебе жилось? Орки схватили меня на перевале и поволокли по пустыне. Сначала они заставляли меня копать землю, но потом обнаружили, что я умею читать древние таблички. Это позволило мне получить, так сказать, особый статус. О, таблички просто потрясающие. В них, правда, много лишней ерунды, но я чувствую, как крепнут мои магические силы. Я даже ощущаю эту магию. Чувствую, как она струится по руинам. Тамхаш узнал о ключах. И теперь он хочет, чтобы я открыл ему храм. Ты уже нашел ключ? Я так и думал, что ты здесь именно за этим. Один я нашел возле руин целителей. Будь осторожнее. Тамхаш хочет присвоить этот артефакт себе. Дай мне свой ключ. Вот ключ от храма. Я готов идти с тобой, если тебе нужна моя помощь. У тебя есть каменные таблички? Вот, возьми. Я их уже знаю. Что-то с тобой не так. Погоди-ка. Что это за запах? Ты воняешь, как целое поле болотной травы. Ах, это? Да, у меня есть немножко. Я раздобыл ее в лаго. Слушай... Я отнял у орков пару золотых. Можешь мне что-нибудь продать? Вот, держи весь пакет. Спасибо, приятель. Ты настоящий друг.
где ты нашел ключ? Совсем близко. В каменном сундуке. Мы сейчас находимся в квартале жрецов. Как несложно догадаться по архитектуре. Надписи и артефакты, которые мы нашли, указывают на это. Ты дашь мне ключ? Пусть он лучше будет у меня, пока ты не найдешь остальные. Я нашел все ключи. Что теперь? Мы будем сторожить снаружи, пока ты открываешь храм. И не привлекай к себе внимания больше, чем следует. Ступай внутрь, забери мантию и постарайся выйти оттуда целым. Я это уже знаю. Орки роются в тайнах древнего народа Иноса. Что бы они ни нашли, оно принесет смерть. Мы должны задержать орков. Хорошо. Я разместил несколько человек за лагерем орков. Найди их и скажи, что мы намечаем. А я со своими людьми буду атаковать отсюда. Но ты должен дать нам знак. Знак? Какой знак? Лучше всего будет напасть на самого главного орка. Мы нанесем удар, когда их внимание будет отвлечено. Осторожно, ничего не трогай. Хорошо, я буду осторожен. Я часами приводил в порядок весь этот хаос. Ты не поверишь, сколько древних каменных табличек и артефактов мы находим. И как тяжело и утомительно все это сортировать. Но зато теперь у меня все упорядочено.